Доброе утро. Вчера я что-то не очень хорошо покрасила Добби хвост. Сзади, смотрите, какая у него вся попа зеленая, разноцветная. В следующий раз не буду никогда красить в темноте, потому что вообще некрасиво получилось. Ужас какой-то. Может, сегодня попробовать его помыть. Я имею в виду шампунью. И, может быть, получится хотя бы немножко отмыть то, что не надо. Потому что вообще ужас. Ужас, Машка сделала такую некрасоту. Хвост. Хвост, конечно, красивый. Но я что-то переборщила с краской. Я недовольна результатом. У нас уже закончился отбой. Вернее, уже закончилось. Да что ж такое? Добби, что я не могу нормально разговаривать? У нас уже закончилась тревога, поэтому мы вышли на прогулку. Боже, сегодня, ребята, 31-е. Ёптель-моптель. Сегодня последний день лета. Все, завтра осень. Завтра же 1 сентября. В школу-то мы, конечно, идем... 2-го. Но сегодня уже все, прощай лето. Я чумею. Боже мой, что делать? Что делать? Ничего не делать. Продолжать жить. Но это, конечно, очень печально. Потому что все. Все. Финита ля комедия. Лето 2024. Прощай. Так, ну что? Я уже все сделала. Ну, что сделала? Себя успела в порядок привести. До выключения света, потому что в 10 часов его собираются выключить. И бегу уже на коридор, потому что у нас сейчас там сборы, и мы начинаем красить. Что мне нужно взять? Нужно взять вот эту вот штуку. Без кисточки, только вот это вот, чтобы можно было валиком возить. Потому что пульверизатор, я не знаю, как это правильно называется, который был куплен за наши деньги, точно так же пошел с нашими деньгами, ушел мимо нас. Все, ребята, я пошла. Так что встретимся с вами когда-нибудь. Он же там не попадает. И даже куда он набывает, то он попадает. Попадает, не смыли подробно. Вот так это засыхает. Вау, что она шпателя вытерла, может она подрается во время. Кто-то работает, а кто-то уходит. В мятой футболке. Так надо? Да. Понятно. Уговорила соседей, чтобы пойти купить этот краскопуль, чтобы легче покрасить. Потому что кисточка, это, конечно, трындец. Просто нереально там красить этой кисточкой. Нашла в магазине, у них как раз до завтрашнего дня акция. И можно пойти и купить столько сегодня за 200, а не за 3000. Поэтому я бегу в магазин. Вот такую вот штуку я беру. За 299. Все, купили. Теперь нужно дождаться, пока появится свет. И уже можно делать... Только почему-то мне решили доверить разводить краску и этим всем делом заниматься. Я вообще не хочу. Я думала, этим делом будет заниматься какой-то мужчина, которых у нас нет. Че пришла? Домой пришла. А че уходила тогда? С человеком встретиться. Все уже? Да, я должна была встретиться с двумя, но я посмотрела, что второй человек мне писал... 5 утра сообщение, я подумала, пусть уже спит. Ясно, я в магазин. Пока. Я хочу. Купи симок.
Нет, симок не куплю. Купи симок. Кока-колы куплю. Ну, купи симок. Или я тебя буду целый день задачу купить слона. А я тебе буду говорить, иди в сраку. Ты пойди покрась, потом сходи в магазин. Купи симок. Потом сходи еще раз в магазин, а потом купи симок. Ты мне мороженое купила вчера? Я не могла. Вот иди мне за мороженое, мое за семечками. Я купила фруктиков, овощей. Китя, иди сюда. Так, здесь я взяла кое-кому семечки. Фух, блин, кока-колу. Потому что хочу пить. И снег. Тебе корма. Да, твоего любимого. Все. А теперь можешь отстать от меня. Хотите прикол? Я иду снова в магазин. У нас этот писка струй, краска струй, краска пульт, пульверизатор не работает. Он даже воду не всасывает, понимаете? Короче, жесть какая-то. Сейчас добегаюсь, опять выключат свет. Я просто шорты одеваю. Снова бегу в магазин. Короче, меня, так понимаю, что нашли самую молодую. Бегать туда-сюда. Знаете, что я хочу сказать? Надо было, чтобы не я его покупала. Я же настолько сильно фартовый человек, что мне давать какие-то задания категорически нельзя. Для себя я могу делать, для других противопоказано. Короче, иду менять. Я позвонила в сервисный центр, и мне в сервисном центре сказали идти снова в магазин и менять. И пусть они там в магазине, они мне его проверили, но без жидкости. Теперь я их заставлю, чтобы они мне проверили с водой, без воды, потому что мы испробовали все варианты. У нас он просто не работает. Может быть, конечно, мы что-то делаем не так. Знаете, как четыре женщины могут по-любому что-то сделать не так. Ну, сейчас проверим. Поменяли мне все. Это было сложно, но его поменяли. Сложность заключалась в том, что я беру в руку, у меня не работает. Берет в руку продавец-консультант, у него работает. Снова беру я в руку, у меня не работает. Мы там просто стояли и угорали, типа, как это вообще реально. Но потом у него перестало работать. Поэтому мне решили его поменять. Я скажу только одно, что я еще не завтракала. Я только выпила чашку кофе, два глотка кока-колы и больше ничего. И постоянно я куда-то бегу, что-то делаю, бегу, что-то делаю. Блин, жесть. Я что-то устала уже. Простите меня, пожалуйста, но мне реально уже не хватает сил. Я хочу просто посидеть и немножко отдохнуть. Знаете, как немножко расслабиться. Последний день лета я занимаюсь вот такой вот фигней. Ребята, мы на сегодня закончили. И мне уже время идти с собаками гулять. Закончили мы в 4:30. Я пришла домой. Полчаса посидела и все, уже иду. У меня рука даже не держит камеру. Мне реально тяжело. Вот я сейчас иду на стульчик, как раз стульчик наверху стоит. Все покрасили. Я научилась пользоваться этим краска-пулей. Как там так интересно называется? Краска-пуль. Краска-струй, мне бы было намного удобнее. Короче, я буду называть пульверизатор для краски. Долго, конечно, мудохалась с ним, честно вам скажу, но наконец-то я научилась и правильно разводить краску, и правильно им красить. Единственное, что он безумно тяжелый. Конечно, для женской руки эта штука тяжелая. Она сама по себе тяжелая. Плюс еще ты, когда туда краску наливаешь, она еще тяжелее становится. Короче, я две руки сегодня подкачала конкретно. Но влог у меня получится сегодня вот такой вот никакой, потому что показывать я ничего не могла, так как там было достаточно большое количество людей. И понимаете, да, чужих людей тоже не сильно хочется светить на камеру. Поэтому сейчас пойду с собаками, если там уже никого нету, потому что я всем сказала, простите, я уже просто не могу. И там домывали кое-как пол. А завтра мне сказали, нужно пойти еще провода вот этим же краскоструем, пульверизатором, покрасить провода, чтобы они были хотя бы более-менее в тон стены, пока нам их не поменяли провайдеры.
В любом случае, сейчас посмотрим, что у нас вышло. Если не покажу сегодня, то покажу обязательно завтра. А пока я пошла с собаками гулять. Единственное, у меня ногти, конечно, по елочкой пошли от краски. И надо теперь их снова спасать. Потому что я пробовала работать в перчатках. В перчатках вообще невозможно. Руки потеют. Оно так неприятно, неудобно. И я, короче, перчатки сняла и все, этим делом больше не занималась. Я с собаками. Потому что меня уже вот эти бусинки ждут. А бабушка, господи, бабушка, это кошмар. Как у меня обострение, видимо, какое-то. Слышите? И вот так вот она орет всю ночь. Боже, она сегодня всю ночь кричала. Пару дней назад к ней приезжала скорая, но в больницу таких людей у нас не забирают. И они ей пытались уколоть снотворное. Говорят, 5 человек ее держало, чтобы ей уколоть снотворное. Представляете, бабушка насколько сильная. Но все-таки укололи, и пару дней она была спокойна. А сейчас, слышите, а сейчас опять у нее началось... И это ужас. Ее, короче, просто прет. Видите, она там в окне стучит чем-то. И вот так вот она всю ночь стучит. Просто всю ночь. А под эти стуки она еще и начинает орать. Не просто кричит, а орет, как будто ее режут. Ладно, пошла я. Ну что, готова? Единственное, что вот этот вот цвет краски немножко отличается. Вот так вот. Мы все покрасили. Посмотрите, какая красота теперь у нас. А? Идеально. Кстати, а с этой стороны цвет совершенно другой. Просто перфекто. А мне теперь надо вот это вот все покрасить в один цвет, чтобы получилось. Короче, и вот это вот все мы решили, что будем менять, потому что его реально отмыть невозможно. Ну что, красиво у нас получается. Да, Добюшка? Терочка, пошли. Мы сегодня с девчонками реально молодцы. Сделали очень большой объем работы. Ну и, грубо говоря, все. Теперь только покрасить перила осталось. И поменять вот этот вот линолеум, который у нас страшный, мы его не можем ничего с ним сделать. И будет идеально. Я только сейчас заметила, что у меня все ноги в краске. И эта нога, и эта нога. Прикол. Я уже просто без сил. Купила 2 мороженых, иду домой в надежде сесть, присесть, я не знаю, сделать какие-то дела и позавтракать. Я такая голодная, что я хочу сейчас съесть слона. Реально я готова съесть слона. Я очень голодная. Я хочу все, просто тупо хочу все. Мне даже все равно, что мне сейчас предложат. Лишь бы мне предложили поесть. Сижу, кормлю собак и понимаю, что па-ба-ба-ба. А света у нас уже нет. Думала, приду домой, расслаблюсь. Расслабилась. Ну, черт побери. Надо покушать. Пока есть свет с улицы, покрашу себе брови. Покрасила себе брови. В этот раз сама себе красила. Ну, кисточка и еще ресницы покрасила. И знаете, как сегодня Кира спрашивает, Кирюха, где ты будешь ночевать? Думаю, ну, блин, ну хоть последний день лета я типа сама проведу. Она такая, еще не знаю. И тут она мне звонит и говорит, у нас сегодня Вика будет. Я говорю, окей, хорошо. Нет, сказать я все равно не могу. Хорошо, что у меня еда хоть есть. Накормлю. И не знаю, что. Короче, главное, что я себя хоть немного в порядок привела. Планировала еще утром это все сделать. Но. Жду девчонок. Блин, как же мне вас поставить, чтобы меня было хоть чуть-чуть видно? Короче, жду девчонок. И мне тут писали комментарии. Маша, покажи, как ты делаешь дульку. Блин, я ее вообще не умею делать. Я делаю вот так. Смотрите. Хвост. Видите? Раз. Два. Все. Элементарно. Или вот так вот делаю еще. Хвост. Я надеюсь, там что-то видно. Два. Все. Больше абсолютно ничего не делаю. Короче, приходит мне смс-ка.
что Кира вызвала такси. Представляете? Я такая ей звоню, говорю, здрасте, Настя, ты где? Она, домой еду. Я говорю, а кому ты такси вызывала? Я не вызывала такси, я говорю, Кира. По карточке платеж такси прошел. Я, говорит, самокат взяла. Мы с Викой едем на самокате домой. Вот такая вот история. Так что они едут на самокате домой. Когда они будут, я не знаю, я уже больше подогрела. Я еще не завтракала. Я жду их. 9 часов вечера. Я когда-нибудь сегодня поем или нет? Я уже и кровать постелила, я уже и все приготовила. Они сейчас еще должны прийти и сюда перекинуть компьютер в надежде, что сегодня включат свет. Я не знаю, его выключили в 7, 8, 9, 10, 11, 12, час. И вот это, наверное, включат, понятия не имею, когда. Короче, в любом случае, я уже, наверное, в это время буду спать. Главное, теперь их дождаться. Я есть хочу. Спросите меня, почему ты не кушаешь сама? Потому что я не люблю кушать сама. Я люблю кушать, когда со мной есть компания. Я уже много раз это говорила. Вот если бы я знала, что Кира домой не придет, я бы уже покушала. А так как я знаю, что Кира домой придет, я жду ее. Странно, я знаю, ничего не поделаешь с этим. Странностей во мне много. Если бы я была не странная, я бы была, наверное, неинтересная. Поэтому уж какая есть. Принимайте меня такой, какая я есть. Понятно? Боже, я их дождалась. Я их дождалась. Я воняю как собака просто. Ты воняешь как собака? Даже собаки не воняют. Я ты тоже воняешь как собака? Не хочу есть. Почему? Да потому что мне нога заклинила. Все, у меня нога, я старая стала. Мне больно становиться на ногу. Поэтому мы так долго скандебали. Ты себе кроссовки купила? Да. Прикольно. Да им уже жопа. Из-за того, что мы ездили коряво. Во. Сама ты коряво. Поставь мою ногу на место. У вас что, одинаковые теперь? Нет. Не, у меня бежевый, у нее серый. А так одинаковые. Ёлки-палки, Кира! Почему я виновата во всех твоих бедах? Ну посмотри. А что тогда можно брать? Пожалуйста, зак... Викочка, каком кверху? А как? Каком кверху? Смотри, смотри, вставай. Да. Вставай. Теперь опускайся. Как кверху? Отстань. Че отстань? Я говорю правду. Снимай кроссовки, каком кверху. Дай им высохнуть, ты сейчас грязь впитаешь туда. Ну, пыль, пусть уйдет. Я просто первый день к кроссовкам. Добби! Добби ушел! Добби! Добби! Добюш! Разберись, пойди с ее кроссовками. Разберись, пойди с ее кроссовками. Давай, иди разберись. Молодец. Есть. Да, это нету. Щеткой надо делать, Вика. А я ключи помыла, прикинь. Вот это вот где? Мои ключи, я их помыла. Ну, салфетку. Да. Прикинь. Господи, какая она тошная, эта Вика. Это кошмар какой-то. Меня снимать. Тебя снимать? Да, я рассказываю. Давай. Не, мне салфетку дать, а потом Кира пусть рассказывает. Короче, да. Ну наклонись. Мне тяжело стоять. Короче, я смотрела на свои ключи грязные. У меня прикол, мне нравится их есть. Мне нравится их есть. И я, короче, помыла эти сердечки. Помнишь, какие они черные были? Mm-hmm. Они просто идеальные. Mm-hmm. И я помыла ключи. Этот не помыла, он не мой. Мне пофиг на него. Вот эти два помыла. Посмотри, они аж блестят. А чем ты мыла? Я мыла мылом, потом зубной пастой и вот этой щеткой для ногтей. Это у меня для того, чтобы все вымывать. А потом помыла. Ну, скажи, пожалуйста, почему ты такие интересные вещи не показываешь у себя в обувь? А я не знаю, они мне приходят спонтанно. Так спонтанно взяла и показала. Мама, мы... Это просто... Пошли. Я это расскажу. Вика, хватит молиться на свои кроссовки новые. Пошли ну, потому кушать. Что? Потому что... Как вот это вот? А можно его тереть или нет? Не я тебе сейчас бы не советовала его оттирать. Ну, только это вот. Но меня Вика, достань мои... Вика, ну хочешь я тебе скажу прикол, что они через неделю, ты уже не будешь их вытирать. Сейчас я покажу. Потому что я уверена. Мне так много воняет, нюхай. Сейчас. Мои, ребят. Ну, типа, красивые, да? Посмотри, им 3 дня.
Я не вижу. Вау, да? Посмотри, Вик. Красиво, да? Что, ты уже как ты шнурки запачкала? Понятия не имею. Офигеть. Я не умею ходить в кроссовках. Причем я в них ходила, я ходила в них гулять специально сама. И я ходила только по аллее, но я не знаю, как это происходит. Я не умею с ними обращаться. У тебя ноги кривые просто. Я хожу еще, знаешь. Ходит и ногу в ногу. Я все в детстве. Ну, я сейчас в детстве. Ну, короче, когда была маленькая, я типа моделью. Я всегда у бабушки, бабушки Светы, всегда училась ходить вот так вот. И теперь у меня такая на самом деле походка, что я реально иду типа вот так вот. Да, но только модели не чаркают ногами. Ну, просто я встала, ну ты поняла, да? Типа, ну, я поняла, вот так что вот. Я не знаю, у меня какая-то такая походка. И из-за того, что я вот так вот хожу, а кроссовок как бы большой, я вот так вот чёркаюсь. Смотри, смотри, она сейчас ещё вот выбирает место для своих кроссовок. Ты каблуки мои не трожь? Ты посмотри, посмотри. А ты там надо было еще помыть, а то уже они грязные там стали. Да? Ну да. Сейчас возьму, помою. Я сейчас еще пойду, возьму у вас щетку, пойду еще подошву и выдрою. Девочки, я хочу позавтракать, я вас ждала. Идеально серой. Ой, кошмар какой-то. Ну рассказывайте, где вы были? Короче, Вика на голову вот такая. Чего? И она такая... Давай поедем на Дорогожич и проведем девочек. Ну, скучно было. Подожди секунду. Вот видите, что я делаю? Я грызу ее. Вот так же ключи. Короче, и мы поехали провожать. Я вижу самокат Болт. Тетка урвала прям под носом. Я на него сажусь, она мне говорит, я его забронировала и забираю. Думаю, ах ты. Ну ладно, мы нашли второй. Нашли его, короче, пошли, взяли. А это как вообще произошло? Мы стоим. Я такая, о, самокат Болт. Вика такая, нет, Кира, нет, Кира, нет. Мне невозможно ехать. Мы чуть не упали. Достань сметану. Мне же Кира говорит, становись. Я только остановлюсь, и она дает резко газ. И все, ну. Тебе все сметаны? Да. Из-за этого, короче. Я такая, Кира нет. Она, Кира нет. Кира нет. Да, я должна сказать, Кира нет. Я такая, да. Угу. Так и будет. И все, у меня сбрендило в голову. Я сразу. Вика, мы едем домой на самокате Болт. Она такая. Вы видели ее лицо в этот момент? У нее лицо было примерно такое. Типа, молящая помощи. Ну, мы нашли этот самокат и поехали. Смотрим по карте. А красная зона, это начинается от... Там, где я делала ресницы. Вот этот подъем. Угу. Ну, для нас был спуск. Вот там красная зона. И мы до дома бы не доехали за 5 минут, как могли. Знаете, как мы поехали? Единственный вариант был поехать. Это ехать через... Там, где мы на коньках катались. Где я на коньках каталась? На семерке едешь туда. Угу. Понял? Нет. Братецкий проспект. Ага. Угу. Надо было туда и потом свернуть. Мы не свернули и поднялись на этот мост и спустились. А перейдешь там дальше. Я Кире сказала, нам надо вниз, нам надо туда. Нет, нам надо туда. Знаешь, что мы делали? Вика. На встречку ехали. Да, мы ехали просто на встречку всем машинам, нам было вообще все равно. Но там, мама не переживает, там была полоса для автобусов. Да, если бы автобус ехал, он бы нас сбил. Там бы не было автобусов. Мы ехали по встречке машинам. Я думаю, они были в шоке. Мы им слепили. То есть, мама, не переживай, мы уже приехали домой. Но мы ехали по встречке. Молодцы. Все нормально было. Но там просто, поняла, там такой мост. И единственное, как можно, типа, перейти этот мост, это пойти по мосту. Но там вот такая вот просто тропинка. Ну, а на самокате вдвоем с тем, что руль тяжелый, самокат и тяжелый. С тем, что люди могут идти, типа, на нас. Да, я вот так вот. И я подумала, не, идея не очень. Потому что мы будем спускаться, оно будет набирать скорость, и мы упадем с этого моста. Вот. Но там типа полоса была вот такая вот.
И мы типа ехали по этой полосе, то есть куда машины... Да не трогай ты лицо! Да, куда машины, короче, не могли заезжать. Вот. Ну, мы доехали нормально. Ну, типа машины реально там вот такое вот расстояние, я не знаю, огромное. Вот как отсюда я до сюда. Я все равно боялась. Типа машины не ехали, там типа нельзя было ехать. Ну, я это узнала только, когда уже начала ехать на встречке. Вот, мы доехали. Кира вообще хотела переезжать. Блин, я не знаю, как даже. Короче, трасса такая. Трасса большая. Вот так вот, типа, приезжай, как машины едут. А просто там машин не было вообще. Не было! Да не, а что ты рассказываешь моей маме? Она меня больше никуда в жизни не отпустит. Откуда знает? Ты что мне сделала? Ну, на самокате. Маша позвонила. Куда ты едешь? Кому ты такси вызываешь? Да. А я забыла. Я не думала, что маме это высвечивает. Я сразу такая, а какой такси? Что за такси? Я даже туда не купила. Ну, короче, и мы поехали к метро Житомирская, потом к метро Нивки. И вот примерно где-то на остановочке возле метро Нивок началась красная зона. Ну, мы бросили этот самокат, аккуратно поставили. Мы сначала... Хотели... А вы закрыли счет? Да, 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 да. И сначала мы ставим на одно место, я смотрю, а мне там пишут, вы готовы оплатить штраф 150 гривен? Я такая, нет, не готова. Оно выходит. Я говорю Вике, отведи его еще чуть-чуть дальше. Смотрю, а там все окей, типа. Мы ставим его, фоткаем, и такие, ну, идем по дворам пешком. У меня ножик с собой. Я беру с собой ножик, раскрываю его и иду себе песенку, танцую в наушниках. Ну и все. Такой новый дождь. А потом на углу дома, на начале парка, мы встретили Сережу. Постояли с ним, поговорили, он попросил меня набрать. Ясно. Да, такие вот дела. Как можно их куда-то отпускать? Приятного аппетита. Вот что ты начинаешь? Все ж хорошо. Угу. Да, но мы же доехали. Да. С нами все хорошо. Мы живы, здоровы. А даже если нет, то... А даже если не были бы, все равно все хорошо. Так, чуть не упали. Куда? А, да, мы чуть не упали. И нос не разбили. Ну, то есть я... Приятного аппетита, девочка. Спасибо. Спасибо. Кто быстрее покушает, это выберу тарелку. У меня, представляете, нету тарелок. Это я вас так сильно ждала, чтобы позавтракать, и оказалось, что у меня нету третьей тарелки. Мне срочно нужно купить третью тарелку. Дай быстрее, Вика. Вика, давай уже, наверное, переселяйся к нам, чтобы у меня была третья тарелка. Говорите, что я живодерка. А ну поставь на паузу, покажи. Да? Да. Говорят, я живодерка, Добби крашу хвост. Посмотрите на вот эту живодерку. Наоборот, ему так лучше намного. Ему намного так лучше, намного. Он сразу такой классный, такой хороший. Да не то, что классный. Сделала из кота тигра. Кстати, Ваня сказала, что типа похож на тигра. Ну да. Он похож на корову. Ой, не на тигра, на льва. И на корову. Вообще, ну типа это нормально, ему не жарко будет, и он не будет мучиться. И я не буду приходить домой вся в шерсти. Ты уже вообще никогда не будешь к Вике приходить. Почему? Потому что школа началась. А хотите прикол, а сколько у Киры будет урок? Вы знаете или нет? Да. Сколько? В школу на 12. Нет, сколько вообще? Уроков? Расписание? 2. Расписание еще уроков. Не знаю. Нет? А у меня 9 уроков будет, хотя добавить еще 10. Викачка, 9 класс. Класс. Какой-то как добавили? Сейчас. Правознавство. Ну, да. Есть такой предмет. Это что? Это правознавство. Ну, там типа... Будете учить права. Права? Угу. Сдавать на права? Да, психологические. Не, сдавать на права, ну, типа на машину? Да как? Дистанционная. Господи. Если бы на машину, то я бы с радостью... Это типа, тебе рассказывают, какие у тебя же права, да? Автомобильная, Вика. Автомобильная, я с радостью. Могу целых... Вот знаешь, типа, подходит тебе полиция, начинает вязать тебе, и ты такая, а вы не имеете права по статье там такой-то, такой-то, такой-то. Ну, поняла? Ну, знаешь, это вот такое... Я бы это учила, честно, это прикольно.
Я бы вместо физры. Так у тебя тоже такое будет? Разве? Вам его тоже не добавить в пятом классе? У меня всегда были у меня было 3 урока по 8 и 2 по 7, а у Вики всегда по 6, по 5 было. Боже, наконец! Теперь у тебя будет... Сейчас посмотрим, когда тебе дадут расклад, Кира. Тебе могут вообще 10 влюбить. И шо, зато у тебя 9. Мне на душе хорошо, что я не одна буду сидеть там всю свою жизнь. Вика все равно в школу будет ходить только по понедельникам. Дура, сейчас посышь на меня. Что, по средам ты всегда больная, а по четвергам у тебя болит голова. В пятницу ты выходишь и в понедельник ты выходишь. Что, не так, Кира? В пятницу вообще не хожу. А в понедельник первый урок она не будет ходить. Первый да, урок физра. Смысла нету. Меня физрук поймет. Выспаться надо. Еще и понедельник. Классно, я считаю. Я тоже не ходила. Конечно. Кира! Я тебя в школу буду провожать. Все. Дайте мне поесть. Ничего страшного. А можно, если рядом Юра будет физкультура, там первый, ну, типа, у нас совпадает там первые уроки, типа, мы... Ну... Можно реально я сейчас буду вас провожать в школу, когда у вас будет первый урок физкультура? Что это? Я помидор нашла! Он тут был! Я думала, это игрушка. Его еще хавать, кстати, можно. Ну, вот тут он мягкий, а вот тут он норм. Сыщик. Хавай. Не, я... Рисковать не хочу. Положи в мой холодильник. Это, наверное, упал, когда я открывала холодильник. Короче, Кира. Встань. Второе. Можно как поднять вверх? Спасибо. А что вы это не пьете? А вам же такое нельзя, я помню. А что оно стоит для красоты? Но мне выпить нельзя. Можно выпить и баночку оставить. Но я такое не пью, мне на сердце нельзя. Вот и мне нельзя. Да. Я не могу. А, пойди! Я делаю глоток, у меня начинает сердце. У меня точно так же. Поэтому я не пью. Мне подарили, она себе стоит. Я хочу военный. Здесь появился новый нон-стоп. Военный какой-то. Интересно. Я его хочу себе. Хотеть не вредно. Мне всегда папа говорит. Хотеть не вредно. Вредно не хотеть. Смотрите, какой прикол. М5? Ближе подойди. М какая-то, короче. Смотрите, как... А как это ты так сделала? У меня намного лучше. Так. А покажи. Э-39. Ну, что покажи? Я ляпнула? Э-34. У тебя тоже блеймает фарами? Нет. Тогда не интересно. Я ей только сказала, что мне нравится BMW E36. Я по ней уже 4 года сохну. Она, вот это единственная машина, которая мне прям очень заходит. Ты только 36-ю недавно услышала, что такая существует, когда мы сидели на лавочке, там глаза были. 34-я просто капец типа выглядит как-то как старье. 36-я, она такая типа заниженная, такая красивая. Вообще, ребят, берите Audi. 38-я там... Вперед некрасиво. Берите Audi и не морочите себе голову. Пикап. Можете меня поздравить. Включила свет, да? Я покушала. Ты у вас тоже девушка? Ты что трогаешь мою мышь? А, кстати, где она? А где она? Я ее не вижу. Миса, привет. Вот. А вот это да. А когда я светила, она не вылазила. Привет. А вылез полностью? Ну нет. Что ты боишься? Подержи. Кого? Вот так вот. Да, заброшу людей туда. Все? Где ты там? Пуська. Тирип, тирип. Опа, она уже, видишь, в норку залезла. Офигеть. Привет. Она у вас на фотке была большая недавно. Как это кажется так большая? О, все. Пришел охранник. Так, раз, два. Все, Снег, ты все пропустил. Так, ладно, ребята, давайте всем скажем пока, потому что я хочу спать. Да, Дебюшка? Прощайся, Кира. Говори, уважаемые подписчики Марички Лайф. Пока. Вика. Пока. А где уважаемые подписчики Марички Лайф? А если я так сейчас скажу, знаете, что потом будет? Что? Ты постилаешься, потеть маску.
Подстилайся под тетю Машу, скажи, уважаемые подписчики Марички Лайф. Ты моя сладкая, все, вставай. Все, ребята, всем пока. Давайте вот сделаем нашу коронную. Готово.